В октябре прошлого года СМИ передавали ожидающим хоть какого-нибудь ренессанса жителям Карелии слова лучезарного, новенького как с иголочки, министра экономического развития Карелии. Ждать или обещать экономического чуда мы не будем. Золотые слова, Юрий Венедиктович, золотой ты человек. Министр сказал и тут же уволился из вялого карельского эконом-развития в упругие вице-президенты торгово-промышленной палаты Ленобласти. Но карающая длань правоохранительных органов протянулась и навела тень на сияющую улыбку. В понедельник городской суд Петрозаводска арестовал до 29 октября экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвейца по делу о мошенничестве с НДС на 3,5 миллиона рублей. И тут Яков Минилаевич вспомнил. Эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. Правительство Карелии ожидает ажиотажный наплыв неравнодушных к деньгам переселенцев. Зарубежным соотечественникам закинута приманка неотразимой привлекательности. 5000 рублей подъемных, если те переедут на ПМЖ в край лесов и озер в рамках государственной программы. Фантастический капитал на обустройство выдадут практически сразу. По заявлению, в течение 12 месяцев со дня постановки на учет в МВД Карелии. Иными словами, чтобы получить эту сумму, нужно не просто переехать в Карелию, но и стать участником программы, пройти бюрократическую процедуру. Ну, за родину! А в это время в Петрозаводске стремительным фланговым ударом в традициях первой конной в обезоруживающую контратаку на противоположный пол пошли отцы. Представители, как они себя называют, объединение социально ответственных мужчин Карелии, ответственных за себя, свою семью и за общество. 13 сентября в зале заседаний администрации Петрозаводска отцы Карелии приняли участие в круглом столе, посвященном профилактике женского алкоголизма. Я не пью. Правильно. Я вот тоже сейчас это допью и прошу, пей. Информация к размышлению. Всего в России 85 регионов, субъектов Российской Федерации. По данным Росстата, Карелия занимает 11 место с конца рейтинга стоимости коммунальных услуг по России. Больше, чем в Карелии, за услуги ЖКХ платят только в 10 российских регионах, а меньше в 73. Среднестатистическая семья в Карелии тратит на услуги ЖКХ почти 12% от общей суммы месячных расходов. Это больше, чем в большинстве российских регионов. Не жалко отсюда уезжать-то, а? Все-таки столько лет здесь жил, можно сказать, прижился. И вдруг на тебе, адью, съехал, а? Да и не знаю, как-то сразу не разберешь. Ну ты еще не понял, не прочувствовал. А когда поймешь, прочувствуешь.